Депутаты меняют устав. Сегодня на заседании городского совета народные избранники должны внести ряд поправок в этот документ. Большинство формальные, но главный вопрос – изменение системы выборов. В 2014 году избиратели будут голосовать по-новому. Первый пункт в повестке дня – публичные слушания. Но желающих высказаться по поводу поправок в устав не оказалось. Народные избранники говорят, все изменения – необходимость, обусловленная федеральным законом. Следующие выборы пройдут по смешанной системе. Если в составе Совета депутатов более 20 депутатов, то в обязательном порядке вводится так называемая пропорциональная система выборов, когда определенная часть депутатов избирается по мажоритарным округам, то есть напрямую, а определенная через партийные списки.